Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас кое-что необычное. Сегодня мы поиграем в игру GTA Liberty City Stories. Но не просто GTA Liberty City Stories, а версию для ПК. Я думал, ее нет, а она есть. Да, все думали, что ее нет на ПК. Дело в том, что GTA Liberty City Stories и еще Vice City Stories, они на ПК не выходили. Liberty City Stories там на PSP, PS2 и Android с iOS еще выходило. А вот Vice City Stories только на PS2 и PSP. Что очень печально. Вот Liberty City Stories у меня на Android есть. Я немного там миссий попроходил и пока остановился что-то. Ну вот я недавно совсем, буквально позавчера узнал, что есть один какой-то мододел смог перенести полностью игру, всю сюжетку прямо на ПК. Но, к сожалению, Take-Two удалила эту модификацию. Заставила удалить, потому что, ну, она ненавидит фанатское творчество, даже если оно такое офигенное. Но я нашел последнюю версию этого мода, и давайте на нее взглянем. Нажимаем новую игру. Но вот первый же минус, который я тут замечаю, это то, что мы, когда начинаем новую игру, мы почему-то сразу оказываемся тут. Нету никакой заставки в начальной. Но все равно. Все равно, когда мы вон туда подходим, там уже заставки идут, но первая заставка, где там вот этот главный герой приезжает в город, ее нет. Но я и ее вам покажу. И вот, после этой заставки начинается следующая заставка. Introduction. Эй, а вот и он! Послушай, Тони, я знаю, ты сделал для нас доброе дело, и я знаю, что тебе ненадолго пришлось залечь на дно. Я хочу, чтобы ты немного успокоился,
Винченцо о тебе позаботится. Если будут нужны деньги, он тебе даст работенку. О чем еще может мечтать такой член семьи, как ты? Даже моему сыну так хорошо не дается. Но, мистер Леоне, я думал, что мы с вами через столько прошли. В смысле, я много для вас сделал, для этой семьи. А теперь вы ждете, что я буду работать на вот этого... По-моему, это не очень правильно. Эй, Тони, я знаю, что ты сделал, и никто тебе больше не благодарен, чем я. Но сама мысль в том, что ты войдешь сюда и начнешь сразу сомневаться в моем авторитете, то это тоже будет не совсем правильно, так ведь? Ладно, босс. Короче, если тебе понадобится что-то, обращайся к Винченцо в районе Атлантик. Он тебе позаботится, так ведь, Винченцо? Да, босс, как скажете. Вот что я тебе скажу, мы можем отправиться туда прямо сейчас. У меня есть для тебя уютное местечко, Тони. Там будто все тебя описывает. Мы отправимся туда сначала. Какой ты добросердечный. Home sweet home. Короче. Liberty City Stories, она вообще... Тут город точно такой же, как в GTA 3. Но вот первое вот отличие, то что здесь есть мотоциклы, которых не было в GTA 3. Объяснение разработчики давали такое, что, мол, мотоциклы были запрещены в начале нового тысячелетия. Событие Liberty City Stories происходит в 1998 году, то как GTA 3 в 2001. Вот и твой дом, Тонь, не так ли? Это дыра теперь мой дом? О, ты что-то не в своем духе. Вижу, ты не уважаешь старину Винченцо. А теперь давай, поднимай свой зад наверх и переоденься, что-нибудь поприличнее там найди. У нас весь день еще впереди. Ну, короче, как видите, играется прям хорошо. Управление надо сначала... Управление там немножко не оптимально сначала было настроено. Пришлось вручную маппинг кнопок проводить. Но, тем не менее, графика выглядит хорошо. Геймплей приятный, правда, не получается увидеть... Лицо Тони, Тони, да. Как, собственно, в GTA 3 и GTA Vice City оригинальных. Но зато можно увидеть камеру можно поворачивать в автомобиле. Это уже хорошо. Ну, конечно же, сохранение, все такое. И что-то я уже задаюсь вопросом, почему дверь такая маленькая. Просто она, по-моему, маловато, мне кажется, для дома. В принципе, ничего. Да, два гаража, целых два гаража сначала. Это прикольно. Мне уже нравится очень. Я сразу скажу, я никогда полностью Liberty City Stories не проходил. Я понятия не имею, что там за миссии ждут. Сюжет вообще, не знаю, почти. Так что будет интересно, я думаю, все это проходить. Надеюсь, этот мод будет работать стабильно, никаких там проблем ничего не будет. По крайней мере, играется очень хорошо сейчас. Вот жалко, Vice City Stories также не портировали. Было бы реально круто. Vice City Stories я прошел бы с удовольствием, там сюжет вообще прикольный. Ну, может быть, это связано с тем, что сложно перенести возможность плавать. Там в Vice City Stories же была возможность плавать. Был какой-то там мод, который пытались здесь перенести в Vice City Stories, но там говно какое-то было, не мод. А вот это, Liberty City Stories, это прям вообще не просто мод, это полноценная игра, полноценный порт, как по мне. Вот, старина, квартира стоила бабок, так что не забывай, что тот счета оплачивает. Я, бабочка Винченцо, теперь ты будешь работать на меня. Поэтому я надеюсь, что скоро тебя тут увижу, блин, здесь. Какой-то не очень теплый прием с его стороны, знаете ли, был. Извините, что задавил.
Короче, мы играем с... Главный герой зовут Тони Сиприани, и он появлялся в GTA 3. Он выдавал там задания. И в GTA 3 он, кстати, выглядел немного не так. Он был толстым. Фиолетовый костюм носил. Ладно, в общем. Давайте продолжать задание. Слэкер. У нас есть дилер, который барыжит на нашем участке. Этот ленивый ублюдок уже выручку мне не заносит. Нужно какое-то поощрение, чтобы тот поднял свою задницу и оплатил мне уже скорее. Что ты этим хочешь сказать? Я ничего не пытаюсь сказать. Я говорю, чтобы ты пошел туда и убедился, что этот дебил начал приносить какие-то бабки. Я не успел прочитать фразу, где он сказал, что он ведет себя как я. И... Как-то ты не очень вежлив, я тебе хочу сказать. Чувак. Как там тебя зовут? Фичаться Чили вроде, да? Да, мосты, как и в GTA 3, вначале закрыты. Так, также эти все мои сердечки, полнеющие здоровье, в тех же самых местах лежат. Кстати, этот мод сначала, когда его скачиваешь, там не будет русского языка. Надо было скачивать русификатор и его найти очень легко было. Если захотите, чтобы я оставил вам ссылочку на скачивание мода и русификатора, то пишите в комментариях. Я еще видел пак HD текстур для этой игры, но я их устанавливать не стал, хотелось как-то оригинальную игру больше увидеть, чем какую-то такую совершенственную. Витченце говорит, что ты что-то сидишь шмель. Я нифига не сижу, я просто приболел, вот и все. Завтра выйду на работу, и может быть послезавтра, не знаю. Может быть, ты лучше выйдешь сегодня? И мне пофигу, нравится тебе это или нет. О, боже мой, что-то мне фиговенько. У меня жар или что-то такое. Да ты, наверное, обдолбался просто. Или притворяешься, чтобы не работать. Дальность прорисовки что-то немного хромает, хотя я ее подкрутил вроде бы. Но, по крайней мере, ничего не тормозит, ничего не вылетает. Эй, послушай, чел, я уже говорил свини. Чайный таун теперь не годится для Леона. Он перешел в Синдаку, если я вернусь туда, мне конец. Да. Я тебе отвечаю, все дело в Синдаку. Синдаку? Такая семья Синдаков с GTA San Andreas еще была. Подлетел, чувак, блин. Да, блин, я что-то привык к GTA 3, лишь, что я там метку ставлю. И в GTA 4, в GTA 5 тоже. А здесь это нельзя сделать. Я что-то не... Никак не могу привыкнуть к этому делу. Блин. Вообще говорят, что вот этот мод сделан на основе Vice City, что тут многие механики взяты отсюда. Да, отойди ты, Dylan Revenge. Эй, Винни! Да чтоб ты провалился, Тони, ты в покое меня оставишь уже, а? Я уже приготовился срать, и последнее, чего мне не хватало, это тебя. Ну, раз уж ты здесь, то знай.
Я еще никакой прибыли не увидел от того барыги. И знаешь почему? Ну и почему? Потому что его уже застрелили. Какой-то там мудак уничтожил его. Синдаку начали барыжить на территории Леоны тоже. Ты это привишь? Давай в Чайнатаун, дуй быстро, блин. Да-да, босс, уже иду. Опять туалетной бумаги здесь нет. Тут есть, тут некоторые машины, кстати, выглядят. Не так, как в Vice City или San Andreas 3. Некоторые машины тут реально изменили вид. И как по мне, в Liberty City Stories тут автомобили стали менее детализированными. Вот, например, давайте на этот фургончик посмотрим. Как по мне, немножко детализация у него снизилась. Не лезь на территорию Леоны, чувак. А чё тебе Леон? Я тоже, я вообще-то работаю на Леона, если ты не в курсе, чувак. Ай, блин, ты чё, больно добьёшься? Да блин. Ты что, не понял, а? Я тебе пахвись оттопчу. Так, остальных я перееду. Где он? А, вот. На, нафиг. Только Леоны теперь в этом городе. Больше никто. Так, следующее что? Так, у нас по-прежнему Винченцо этот, блин, только... А ну, отдайте мне эту машину сюда. А, блин, тут копы, наверное, сейчас будут. А, нет, не будут. Топтались следы. Меня тут немного. А, нифига себе. Красный. Блин, какая-то детализация у этого фургона реально слабенькая. Но я бы такой в гараж бы все равно поставил. По-прежнему звездочки лежат тут. О, боже мой, вот это дождь. Дождь какой-то странный тут немного, что вот капли по экрану текут. К сожалению, такое нельзя выключить, хотя, может быть, кому-то это и понравится. Снав. Эй! Ты диджей Тула помнишь? Тяжело забыть. В настоящее время он заправляет по крыше Синдаку Тагбаром. Ну, джентльменским гей-клубом. И он хочет литься в Леоны. Ну и фиг с ним, он уже сделал выбор. О, одноклеточное создание. Привет, Тони. Сал говорит, что ты дебил. А я думал, что такие дебилы бывают. Мы можем использовать GD, чтобы получать инфу о планах Синдаку. Он будет нашим внутренним инсайдером. Есть одно тут но. Йо, сейчас тут макака одна дебилит. Я хочу, чтобы ты разобрался с проблемкой и привел GD к нам. И, понял? Окей, я понял. Погнали. Игрушка, кстати, Liberty City Stories, она подлиннее вроде бы, чем третья GTA. Там где-то 70 миссий вроде бы. Надеюсь, что мы все их пройдем. Как минимум, мы пройдем все те. Мы должны пройти все те, что обязательно нужны. Вот всякие таксофоны, если он тут есть, я проходить не буду. Если он не обязателен для сюжета. Так, нас обучают, как выбирать оружие, только почему я не могу пока двигать. Не могу двигать, пока все эти подсказки не закончатся. Так, купить. Shift.
Дважды купим. И F для выхода. Вообще, кстати, есть такой факт, что я слышал, что когда разрабатывали Liberty City Stories, хотели, чтобы здесь была зима, чтобы был снег и все такое. Но там вроде бы это не смогли сделать физику машин, чтобы они скользили там по снегу, костюмы там людям сделать или что-то еще. Ну, было бы интересно, на самом деле, увидеть снег в Liberty City. В одной миссии в Сан-Андреасе был, где Liberty City был, там можно было увидеть снег. Ой-ой. Ой, механика стрельбы не очень удобная тут, если честно. Прицел... Правая кнопка мыши ничего абсолютно не делает. Так что стрелять только левой можно, и больше ничего особо не делается. Тони, ты только что мне дал отличный кадр со снап. Диджей, ты это видел все что ли? Ты снимал меня? Да, только так, для личного пользования. Я не могу дождаться, когда мы с тобой окажемся там. Да приостыньте немного, ты еще бабок не нужен. Возьми тачку Синдаков в залог. Только перекрась ее, чтобы тебя не спалили. А с трупами я сам займусь. Да, детализация ожидаемо тут хромает. Это я уже сказал. А, куда я еду-то? Пейнспрей вот этот вот. Здесь, в том же самом месте, что и в третьей GTA. Ну, понятное дело. Так, что там у нас? А, я не там смотрю. Миссия выполнена же уже, да? Так кто там так сильно базарит, а? Ладно, давайте дальше продолжим на Винченцо работать. К этому чуваку и попозже как-нибудь заедем. Может, тут всегда можно найти этот фургон, насколько я понял. В GTA 3 здесь всегда стоял перенел. Ну, то есть, это тот универсал, который на ВАЗ-2102 похож. А тут фургончик этот стоит. Хорошо, хорошо. Smashing grab. О, ну наконец-то. Жалкий ты неумех. Да, прикидываешь? Как ты мог подумать? Вот что я тебе скажу, что я узнал. Некоторые из наших ребят просрали совершенно простое элементарное дело. Паршивые дебилы не могут даже обычный налет сделать. Почему меня вечно окружают эти дебилы, а? Ну, не знаю, птицы одного полета? Да, ты просто юморист. Как смешно нафиг. Ибо ты единственный, кто это дерьмо может и разгребеть. Давай, дуй туда быстрее. Четырехместную машину? Да, вот, прям тут стоит. Такая.
Вичатца чили этот реально сумасшедший какой-то, если честно. Знакомая заправка. Так, блин, мне тут стрелять что ли придется? Что мне сделать? Что надо сделать? Ну, сюда, ну садитесь вы сюда, ё-моё. А, она закрыта. А, я что-то... Ну, а что если взять... А, тут заблокированы двери. Здесь только две. Садитесь сюда, жалкие неумехи. Ух, надо скорее ехать в Пейнспрей. Сейчас столько копов набежит. Они тут... Это, а, это кто такие? Агенты, что ли? Армейских сил еще не хватает тут. О, хорошо, Пейнспрей прямо здесь. Не пришлось долго мотаться. О, звезды становятся голубыми, прикольно. Да что вы все лезете? Ой, дебилы. Пешеходные дебилы. Я не виноват, она сама прыгнула под колеса. Да блин, кто опять пишет, а? Ладно, пока отвечу, может быть, звезды оторвутся. Окей. Куда там их надо увести, блин? Тебе, блин, привести их надо. И еще одно задание и хватит. Hot Wheels. Ладно, мама, я тебе потом позвоню. Винченцо. Да, конечно, я веду себя хорошо. Люблю тебя и все такое. А, завязывай. Давай, убирайся отсюда уже. Я тебе на трубочку потом это закину. Кто тебя любит, а? Помнишь? А, это ты с мамой разговаривал? Да. Ну ты скотина. Где уважение твое? Уважение? Я многозадачен, тебе ясно? Что, ты не любишь, когда горячая баба тебе делает нет, что ли? У тебя с этим проблемы? Да пошел ты! А-а-а, я тебя подкалывал, просто расслабься. Слушай, крутой парень, сделай мне одолжение. У меня есть девки помешанные на дуре, так что и машина просто припаркована туда. Загони за ним. А я тебе кто, лишний водитель, что ли? Эй, слушай, стой. Я бы сам съездил, но меня федерал посуд. Ты же знаешь, что я буду приглядывать за тобой, доверься мне. Кроме того, не забываешь, что у нас тут террар. А теперь будь хорошим мальчиком, давай, иди. Фух, да, ты уже начал заниматься этим. Как его там? Ты уже пошлостями заниматься стал, тут я смотрю. О, господи, это реальность. Какой-то странный очень. А теперь тебе там еще их привезти надо. Проституток или кого-то там просил.
Проверим сейчас. Что? А ну стоять не с места! Что? Не понял. Это что было вообще? Вау! Колеса! Что это такое? Нет, 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 только не... если по мне так продолжит мочить, я загорюсь просто, блин. Стоп, а где этот пейнспрей-то? Только бы в меня не врезались еще раз. Ладно, let's go. Погнали. Только что это было вообще? Почему копы туда приехали? Причем приехали, когда я сел в машину. Как-то странно, это не так ли? Алло? Здорово, Тони, как там тачка твоя? Ах ты, скотина, ты подставил меня! Подставил? Я подставил тебя? Когда ты вернулся в город, у тебя ничего не было. Ты просто был никем. Вообще. Я тебе помог встать на ноги, неблагодарный ты скотин. Я тебе квартиру дал, работу. Из-за моего великодушия я ожидал, что ты будешь время от времени рисковать. Я неблаготворительная организация. Значит, полиция следила за машиной? Да плевать на нее. Если я говорю делать что-то, ты будешь это делать. Понял? Да, врубаюсь, Винни. Я врубаюсь, пока работаю на тебя, ты будешь обращаться со мной как скотина. Я сводил со всеми счета, пока ты юбки там задирал эти. Засунь себе в задницу все это. Пошел нафиг. Ты делаешь ошибку, Тони. Черт, я же говорил, что он сумасшедший. Я же говорил, что что-то с ним не так. Да пошло все это. Я машину твою расколошматю сейчас и все. Давай, гори, 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 ясно, блин. Во! Сейчас будем любоваться красивым взрывом. Что? Как так-то? Чего? Господи ты, боже мой, вот я лох. Зачем я ее расстреливал? Надо было всего лишь ее увезти на металлолом. В жопу тебя, в жопу твою машину, в жопу весь твой бизнес вообще, который только я видел. Ну что ж, предлагаю на сегодня закончить. Вот когда я провалил миссию, там звоночек, короче, от мамы Тони был. Я его не озвучил, но я ее, наверное, вставлю. Ну и, в общем, миссия там с ней и еще с этим...
с этим чуваком Джей Ди, или как там его есть. Будем выполнять это все в следующей серии, если вы, конечно, оцените прохождение. На сегодня все, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.